В республику поступили средства из федерального центра. Транш перечислила госкорпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 97 миллионов рублей будут направлены на переселение из аварийного жилищного фонда. Всего с начала года в Чувашию поступил 451 миллион. Это почти 76% от годовой суммы. Всего в 2015 году на переселение поступят 595 миллионов.